Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Для повышения клинического результата при использовании индивидуальных костных блоков, а также стандартных костных блоков, а также при замещении лунок крупных удаленных зубов костными блоками, для операции используются следующие компоненты. Капиллярная кровь пациента, разведенная в соотношении 1 к 1 с физиологическим раствором. Клетки губчатой аортокости, которые являются источником прямого остеогенеза при восстановлении сосудистого питания. Деминерализованный порошок компактной кости, содержащий морфогенетические белки, являющиеся индуктором остеогенеза. И, собственно, костный блок. Минерализованный губчатый костный блок или минерализованный губчато-кортикальный. Подготовка костного имплантата начинается со смешивания капиллярной крови пациента, разведенной физиологическим раствором в равном соотношении с клетками аортокости. Капиллярная кровь является идеальной средой для клеток аортокости и способна поддерживать их жизнеспособность до 20-25 минут. Исходя из правил смешивания, мы добавляем деминерализованный порошок компактной кости, высыпая его из склянки или внося удобным инструментом. Смешивание происходит до создания однородной массы. Излишки влаги удаляются марлевым треугольником или ватным тампоном. Наша задача – получить пластичную однородную массу, вязкую или полутекучую. После создания однородной массы наша задача разместить ее равномерно в объем костного блока. В нашем случае мы покажем это на примере стандартного костного блока, но правила будут одинаковы и для индивидуального. Наша задача, размещая смесь деминерализованного порошка компактной кости и живых клеток, вмазывать полученную смесь в объем костного блока до 10%. Это повысит индуктивную способность, а также будет служить источником остеогенеза за счет клеток аортокости при восстановлении сосудистого питания. Обычно эту процедуру выполняет ассистент в то время, пока врач готовит принимающие ложа для фиксации индивидуального или стандартного блока. Мы подготовили костный блок со стороны контакта с принимающим ложем.
После фиксации блока наружная поверхность блока будет подготовлена аналогично оставшейся частью приготовленной смеси из аутокости, капиллярной крови пациента и доминерализованного порошка компактной кости.